смотрите в этом выпуске. Сначала я думал, что с моими часами что-то не так. Давай, от винта. Итак, мы прилетели на пустыречек такой. Нашим сумкам, походу, хана, они намокнут в хлам. Мы идем, кстати, на тачке. Тачки, наверное, сколько? Лет... Нет. Да, и нам троим вместе взятых. Какой-то доджик, наверное, Крайслер. Блин, свет мигает в машине. Провода отходят. И нас встретил дождик проливной. Заезжаем. ПГГИК была надпись, я не успел ее снять. Дороги асфальтированы, нет вообще. Абсолютно. Будем на вездеходах ездить. Короче, закончим сбежать отсюда. Хрен. Только чаек. Сейчас оттень. Отлив нет, сейчас нет, прилив. Нет. Сначала я думал, что с моими часами что-то не так. Но потом я посмотрел, действительно... Сейчас 23:00 и так светло. Вот так выглядит ночь во время полярного дня. А как же Аляска без дикого лосося? И мы не оставили без внимания местный завод по заморозке и фасовке морепродуктов. Так, вот тут вот такие вот наши сумки, я не знаю, как они влезут в багажник на этом самолетике маленьком. Саня, мы влезем сюда? Да, я свою уже припарковал. Красавчик. Да, мужик думает, ё-моё, где вы взялись на мою голову? С сумками такими гигантскими. Будем возле окна сидеть, 100%. Серьезный аппарат. Вон ребята уезжают. Давай, от винта. Самолеты все меньше и меньше. А, там багажничек спереди, он маленький. И вот в крыле. А ну, он запихнет это? А, сейчас спереди багажник есть. Да-да, смотри на этот багажник. Впихнем невпихуемые. Тоскочим на крышу. Достаточно вот этого кусочка взлететь. Ну мы же там не знаем, какая полоса. А, вот, смотри, вот пошел. Да? А, то там хороший кусок. Вон там, где видишь, флажочек такой, он там заканчивается. Да, достаточно. Класс. Ну что, прощай, Эгигик. Или до свидания, посмотрим, как жизнь повернется. Передаем за проезд, полетели. We'll be right back.
я заметил одну вещь интересную. Уровень топлива приближается к нулю. Вот. Видите стрелочки где? Когда мы вылетали, он где-то на 30 было. 34. Нам еще лететь вон сколько до острова. Не знаю, это так надо, либо ой-ой-ой. Просто на миллион долларов.